Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. И сегодня, ребята, я хочу вам показать, да и сам поиграть в свеженькую довольно игру. Называется Tower Keepers. Она у нас выходит из разряда стенка на стенку. Или даже, ну, что-то типа того. В общем, давайте сейчас мы с вами пройдем обучение. Посмотрим, что к чему. Ага, у нас бой. Причем, сейчас дерутся они сами. Так, мы находимся в башне. Эй, смотри. Здесь кто-то в клетке. Чпок. Спасибо, что спасли меня. Финальная стадия. Короче, мы спасли мага, я так понял. У меня два бойца. И прибавился ко мне маг. Все они первого уровня. Так, что такое? Ну, кликаем. Ага, он автоматически применяет магию. Молнию применил. Так, это у нас обычные роги. Все, разнесли мы их к чертовой бабушке. И первая у нас победа. По итогам получили какие-то две карточки. Плюс какой-то, не пойму, космический самолет. Так, а, это корона, елки-палки. Получили мы с вами второй уровень. Let's go. Конечно же, let's go. Так, открыт у нас замок 10 уровня. Тренировка. Ага, ребятушки у меня получают по уровню. Меня это радует, потому что второй уровень — это замечательно. Закрываем. Так, прогресс. Ага, мы до сих пор еще в обучении. Так, давайте посмотрим свои скиллы, говорят нам. Открываем. Соточку всего стоит. Ну, это недорого. Применить. Перейти. Перейти ко второму. Это у нас мечник. Ага, скилл для мечника. Ладушки. Закрываем, применяем, так ведь? Ну, а что, применять не надо? Хм, интересно. Так, новый герой. Герои. Бесплатно. И кто это такой у нас? Ёлки-палки, это же этот, пираты Карибского моря. Как его звать-то? Джек Воробей. Да, конечно, шучу я, но... Ну что, у нас дальше получается черный лес. Ждет впереди, бой. Сундучок нормал. А добавьте меня в партию. Давай, иди сюда. Битва занимает 4 куска мяса. Ладно, и тут у нас, ну, обычные роги. Слабенькие. Все, а нет. Ну вот, теперь им конец. И, а, тут можно вот так вот. Понятно, мы продвигаемся, значит, дальше. Я наношу супер скилл. Замечательно, двоих сразу порезал. И... А, и победа, я думаю, мы пройдем дальше. Так, мы получаем карточку, сундучок. И тут у нас карточка воина какого-то, да? Ну что же. Так, я получил уровень, уже третий. Так, вот тут больно быстро уровни идут. Отличная работа. Типа... Нас ждет великая дорога. Так, следующий бой. 7 кусков мяса требует. Что-то 3, теперь 7. И тут у нас, я смотрю, чувачок второго уровня. Какой-то супер рога. Видимо, предводитель их. Ну-ка, давайте-ка. Ах ты, смотри-ка, с уворотиком. Блин, он сейчас моего этого Джека Воробья покоцает. Да нет, вообще-то не успеет. Ага. О, а вот это уже босс, походу, дело. Третий уровень. Сейчас дубинкой. Эть, выжили. Нормально, пока живем. Чё ты как-то слабенько бьешь-то, а? Вот, маг, это другое дело. Ну, все на этом. Победа? Есть. Победа за нами. Так, мы получаем, пока не знаю, что за плюшки, но сундучок. И что нам дает? Ага, карточку мага. Я так понимаю, мы здесь можем улучшать героев. И получается у нас сейчас в конце караван. Спасти караван. Ага. Ясно. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас такое. Помогите, на нас напали. Не волнуйтесь, дядя, сейчас я вас спасу. Это их не караван. Какая-то телега там ободранная, и чувачки там сидят. Ладно. Блин, а вот этот мужичок-то с топором напоминает мне почему-то орка. Может быть, это и есть орк? Так, опа, неплохо он снарядиком звезданул. Но слабо. И в результате... А, еще бой.
Так, это с дубиной. Еще два каких-то шута здесь. Я вам скажу, ребят, знаете что? Я управляю здесь только скиллами. Остальное делают они все сами. Рандомно получается. Поэтому, если я даже захочу, чтобы какой-то персонаж... Хотя, подождите, может быть, это на тренировке так все. Но в данный момент они делают все сами. Может быть, действительно, да, они на тренировке бьют рандомно, а когда уже я пройду, буду сам управлять и руководить, куда кого чего бить. Ты смотри, какой, а, жук, уворотливый. Ну, сейчас я тебе устрою. Все, сгорел, и теперь мы спасли караван, якобы. Так, наполучали карточек, монет и сундук, естественно. И в нем дерево, железо, деньги и какие-то красные печати. Спасибо вам большое, мы... Да... Ага, они нам открыли крафт. Ну, давайте скрафтим. Это, я так понимаю, мы сейчас будем делать меч. Так, эквип воину. Ну что же, вот и все. Завершилось мое обучение здесь. Нам дали камень портала, мы его бросили. И получаем нового героя, раритетного, Барбариан. Замечательно, просто шикарно. Так, а тут-то что у меня? Ну, давайте, что-то нельзя почему-то. А, я, кажется, понял, смотрите, ребята, левел 4, левел 2, а они у меня все первого уровня, да? А вот этот вроде бы можно. Ну-ка-ся, давайте-ка сделаем. И получили мы тот же самый меч, да? Ё-моё, тут сколько... Ой, это еще, это только мечи были, а тут еще доспехи. Да. Так, третий, шестой уровень нужен. И еще потом какой-то крафт арбалетов, что ли, луков. Так, 7 героев у меня. Или это 7 очков доступных к обновлению. Ну-ка. Ага, выучить скилл. За 100 золотых. Мастерган. Выучили. Теперь давайте его установим. А, он устанавливается автоматически. Ясно. Так, у Барбариана пока ничего нету. Он только прибыл к нам. Ой, а это... Куда это я залез-то? Это куда-то я не туда уже пополз. Так, вот здесь вот. Угу. У мага тоже можно скилл выучить. Файербол. Кстати, наверное, должен быть хороший скилл. Это обычно у всех магов практикуется. Ну-ка, давайте его активируем. Ух ты, у нас огненный дождь даже есть. Ну, неплохо. А может быть, я зря нажал сюда, а? Нет, не надо нам тратить никакие кристаллы. Мы это дело упустим. Так, у нас кто-то же еще. Ага, вот, варвар. Ой, варвар, воин. Шилд, какой-то там щит. Защита щитом, наверное, да? Или отражение щитом. Ну что же, нормалек. Так. И можно еще вот это улучшить. Ёлки-палки, не слабо тут. И теперь мне дают на выбор, да, либо-либо. Так, ладно, мы поставим этот. Ну что же, 13 кристаллов. Опа-на, это я еще и скилл прокачиваю. Замечательно. Так, кто у нас еще? Ага, вот у тебя еще новый скилл. Клайнс какой-то. Что-то, видимо, хилищее. Так, у тебя мы выучили. Тут, видите, есть активные скиллы и пассивные. Активные — это которые мы сами делаем, а пассивные — это которые в процессе боя. Так, компания, героические миссии. Бандит, аутпост. Ну что ж, давайте. Train Heroes. А, тренировка героя. Так, понятно теперь, что это за манекенчиков нам дают. Это нужно для повышения уровня нашим героям. Так, это получается третий уровень. Третий. Ты будешь вторым. И ты будешь вторым. Тебе можно еще даже уровень по уровню апнуть. Но это мы сделаем потом. А что такое сундучок? Почему не берется? Ладно, поехали. Там еще можно, кстати, менять формацию отряда. И, ого, нормально нас встретили. Тихо! Уйди прочь. Нет, ребятушки, до сих пор они бьют сами. Значит, я могу здесь... Убьет же сейчас, гад. Нет. Менять только... О, классно. Менять только формацию персонажей. То бишь, на первый ряд я могу выставить всех этих. Вот, это замечательно. Блин, великолепно.
всех тяжеловесов, а на задний план, соответственно, магов, лучников и так далее и тому подобное. Надо будет этим потом, ребятушки, воспользоваться, обязательно воспользоваться. Да, кстати, я хотел у вас спросить ваше мнение, стоит ли вообще вот эту игру играть, нравится ли она вам. Если да, то, соответственно, я в придачу к своим тем, которые я прохожу, впишу и вот эту игру, и будем проходить ее потихоньку. Так, что нам здесь дается? Ага, 10 железа, золото и карточка. Ё-моё, Keeper Level Up. Мы получили 4 уровень, и у нас открылась героическая и крафт новый. Героическая карта и что-то из нового крафта. Нормал. Это мы якобы сейчас пройдем, и нам дадут сундучок, верно? Должно быть так. Ух ты, ребят, смотри, какие-то не совсем милые букашки, точнее дракончики. Причем 4 уровня. Нормально, на 8% чувачок нас защитил своей броней. Неплохо, в общем, он нам помог. Вот это фаербол мне вообще нравится. Канонир, бабах. Крит на 60, вырубился чувачок. Замечательно. Так, все, выкурила эта ведьма. Теперь нас встречают орки. Блин, пират, как же ты мне не нравишься, что ты стоишь у меня в первом ряду. Героический страйк, опа. Ты вяленький, тебя слишком быстро завалят сейчас. Я думаю, что надо тебя, уже убили, заменить на барбариана. Так, ну здесь мы героический страйк, опа, все, здесь мы прошли, да? Ага, теперь два великана. Блин, прикольно. Давайте, давайте. А кто там сзади? Хихикает он мне, а? Ну-ка, давай-ка. Героический страйк. На-ка, выкуси. Блин, только не говорите, что вы мне сейчас воина убьете. Точно. Фаербол. Но он как-то не особо зашибись. Подействовал. Ага. Этот мелкий, оказывается, ребята, это хиллер. Ну, типа ихнего. Так, дождь огня. Вот это круто. Маг рулит. Здоровский. Так, и мы получаем карточку мага. Улучшения там всякие. Лес, кристалл и 20 вот этих красных эмблемки. Замечательно, просто красота. Ну вот мой замок. Я могу что, прапать героев? А, ничего себе. Новый скилл изучили, морковка. Пассивный он причем. А, он восстанавливает жизни. Классно. Это магу нужно. А здесь мы можем выучить еще один скилл. Ёлки-палки, сколько же у вас, ребята, тут скиллов? Не слабо. Мне нравится, я люблю игры, где очень много можно всего изучать. Так, еще у нас тут. Замечательно. Quick heal, да, значит, ясно. Левел я еще могу апнуть. А эти закрыты, там еще, ё-моё, этих персонажей-то сколько. Какие ведьмы, рыцари. В общем, должно быть весело. Еще, я так понимаю, мы будем с вами развивать свой замок. Потому что, видите, тут замок, крафт и так далее и тому подобное. Здесь у нас получается какая-то героическая миссия. Выберите героя. Ну, выберем, например, вот этого. Мы его якобы куда-то отправляем, да? Ясно. Ну ладно, ребятушки, давайте на этом я заканчиваю свое видео. Вы пишите в комментариях, стоит проходить ее или не стоит. Ну а с вами увидимся в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, ребята. Пока!